Привет, друзья! Я нахожусь в районе Букит и хочу сейчас показать вам виллу на 3 спальни с панорамным видом на остров. Новенькую, аккуратненькую, с бассейном, садом. Вот, кстати, насчет сада. Вот такой вот здесь сад. Убирается сейчас там садовник. И дальше мы переходим к зоне бассейна. Бассейн имеет лежаки, зонтик и панорамный видочек. Дальше идет основное здание. Это первая спальня тут, вторая тут. Здесь гостиная зона. И на третьем этаже вон там вот у нас третья спальня. Вилла новая. На этой вилле уже были первые гости. Сейчас заезжают вторые. Айза Анохина, одна из наших самых почтенных гостей. Здесь у нас гардероб вот такой. В каждой спальне туалет, душ. Вентилятор и работающий очень холодно кондиционер. Вторая спальня симметрична, поэтому я ее так вот чисто покажу. Здесь у нас гостиная зона с телевизором, Wi-Fi. Гостиная совмещена с кухней. Укомплектованной кухней, духовка, холодильник, кулер, кофемашина, тостер, плита, ну, в общем, все, что нужно, есть. И пойдем посмотрим сейчас третью спальню. Третья спальня на втором, на третьем этаже находится, на третьем уровне, а этаж-то второй. И третья спальня, она самая, конечно, классная. Здесь вид потрясающий открывается. Вот так вот. Вот это я понимаю. Проснулся, увидел такую красоту, набрался сил, энергии. Замечательно. Вообще лучше не придумать. Очень красиво. Ну а спальня выглядит таким вот образом. И такой же здесь туалет и душ, как и во всех других спальнях. Как говорится, будете у нас на Колыме, милости просим. Отличная вилла, я ее всем рекомендую.